Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж ки джай, Йо Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж ки джай, Йо Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Бхакти Дживанджанарна Госвами Махарадж ки джай, Нитья Лила Правишна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Бхакти Виданта Свами Махарадж ки джай, Дива Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат. Горгавинда Махарадж ки джай, Йо Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Бхакти Веданта Вамана Госвами Махарадж ки джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Бхакти Прагьян Кешава Шимат, Бхакти Веданта Тривикрама Госвами Махарадж ки джай, Приврадджака Ачарья Стутра Сатта Шимат, Бхакти Веданта Мадхусудан Госвами Махарадж ки джай, Нитья Лила Правишта Ом Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж ки джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Бхакти Вайбав Пури Госвами Махарадж ки джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Бхакти Камал Говинда Госвами Махарадж ки джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Бхакти Ракшакшидар Госвами Махарадж ки джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Бхакти Сиддан Сарасвати Тхакур Шрила Прабхупад ки джай, Шрила Гаур Кишордас Ваджи Махарадж ки джай, Саччидананда Шрила Бхакти Винод Тхакур ки джай, Вайшнава Сарвабхаума Шрила Джаганнатхдас Ваджи Махарадж ки джай, Ширупанога Гудия Гуру Варга ки джай, Шри Гопал Бхатта Госвами Прабху Авирбхавтити Махотсава ки джай, Шри Рамачандра Кавирадж Тирабхавтити Махотсава ки джай, Ананта Коти Вайшнава Вринда ки джай, Самагата Гаура Бхакта Вринда ки джай, Нитай Гаур Приманандэ. Сейчас мы начинаем лекцию. Агьяна Кимирандасья Агьянанджана Шалахая Чакшурун милитам йена тасмай Шри Гураве нама Гураве Гурачандрая Радикай Тадалай Кришнай Кришна Бхактай Тадбхактай Намо Нама Ванчата Бхактивьяшча Крипа Синдубьявача Патитанам Паванебхьо Вайшнавебхьо Намо Нама Ананда Дивамай Виграхая Махативичи Сундарая Тасмай Махапремараса Прадая Четанья Чандрая Намо Намасте Нитьянанда намастубьям премананда прадайне Алокалмашанашая джаннавапатае намаха Аджаналамбита буджо канакавадату Санкиртанай капитару камалайтакшу Вишвамбаро джуджамаро джугадармапалу Ванде джагатприя кару курунаватару Канакаджаладагатро нилашонабджанетро Мрагамадаварабало малатикундамало Таралатарунавешо нилапитамбарешо Смарани Британи Кунже Радика Кришна Чандру Смарани Британи Кунже Радика Кришна Чандру Тавайвасми Надживами Твоя Вина Ити Викяя Ради Твам Найамам Чаранантике Шри Рупа Санатана Бхатта Рагунат Шри Джива Гопал Бхатта Даса Рагунат Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе Прежде всего, бесчисленные дандавата пранамы, лотосным стопам Шрила Гурудева, Нитья Лила Правишта Ом Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа, Сиропанога Гаудия Гуру Варги, линия ученической преемственности от Шрилы Рупы Госвами. В особенности тем двум ачарьям день явления и ухода, соответственно, которых мы отмечаем сегодня, лотосным стопам Шри Гопала Бхатта Госвами в день его явления, лотосным стопам Шри Рамачандра Кавираджа в день его ухода, также моим Шикшагуру, дорогим преданным гостям в Петербурге, дорогим преданным и друзьям, которые смотрят нас в прямом эфире, Брангем с Бхактом с Ишлетовоз, Брогим Бхактом с Польски, Харе Кришна. Итак, наша заключительная лекция в Питере в этот раз. Грустно расставаться, было очень здорово. Сегодня, может, еще кто-то приедет. Обещали кто-то еще приехать. Итак, мы упомянули сегодня день явления Шри Гопала Бхатта Госвами, одного из шестерых Госвами Вриндавана, вот шесть Госвами Вриндавана, которому проявилось вот это замечательное божество Рада Раман.
мы расскажем эту историю. Также день ухода Шри Рамачандра Кавираджа, ученика Шри Шринивасы Ачарьи, дорогого друга Шри Наротам Даса Такура. Он жил чуть позже, чем шестеро Госвами. Прекрасную историю их жизни мы сегодня будем слушать. И если в конце будет настроение и охота с вашей стороны, мы еще кое-что послушаем. Так вот, Шри Гопал Бхатта Госвами, он родился не в Бенгалии, он родился на юге, в Ранга-кшетре, в священном месте под названием Шри-Рангам. Я хочу показать кое-что для наших новых друзей, Кати и Наташи. Шри Чайтанья Махапрабху, вы видите его здесь. Вот если Кришна с флейтой, да? Рядом Шримати Радика, внутренняя энергия Господа. Это Шри Чайтанья, вот эта вот фигура. Это сам Кришна, который пришел в настроение своего преданного. Так потрясающе, что сам Господь как приходит, как аватара, на самом деле он приходит, выполняя роль своего преданного. То есть он показывает нам, как служить ему самому. Шри Чайтанья Махапрабху всегда восклицал «Кришна, Кришна» и падал без чувств. Почему? Потому что он был в настроении Радхи, своей дорогой возлюбленной и внутренней энергии. Как энергия, вот она, сварупа шакти, внутренняя энергия, на самом деле это возлюбленная Господа. Господь личностен, Он личность, так же, как и мы. Недаром в Библии сказано, Бог создал человека по образу и подобию своему. Почему, спрашивается? По одной простой причине, Он личность. Причем Он трансцендентная личность. Трансцендентная, значит, запредельная. Кришна, почини указку. Это тебя немножко вернет в мир бодрствования и внимания. Так, вот здесь. Так вот, да, поэтому мы тоже личности, и мы также по сути своей трансцендентны. Мы по сути своей полностью духовны. Просто временно мы пребываем вот в этом материальном мире, где есть рождение, смерть, старость, болезни, вот все эти явления, которые на самом деле большие препятствия. Говорится, два шока очень больших – рождение и смерть. Ну и старость, болезни, конечно, это тоже как прелюдия к смерти. Вот. Говорится, что этот мир – это юдоль смерти, обитель смерти. Как только мы родились, мы сразу начинаем помирать постепенно. Вот. И каждый раз, когда проходит еще одно десятилетие, и твой возраст украшается еще одной цифрой, предшествующей нулю, ты начинаешь чесать в затылке и думать, о-о, да-да, скоро что-то произойдет, опять придется перевоплощаться. Перевоплощаться и перевоплощаться, сколько можно. Вот, поэтому мы занимаемся этим процессом не просто потому, что мы хотим счастья для себя. Да? Процесс, если вы слышали, называется бхакти, преданное служение, или бхакти-йога, йога преданного служения. А потому что это просто потрясающе прекрасно и привлекающе заниматься этим процессом. Допустим, какой-нибудь творческий человек, художник, музыкант или архитектор, он полностью погружен своим ремеслом, да, и он черпает в нем столько вдохновения и реализации. Вот. Но этот процесс, он в отличие от любого дела, которое люди могут делать в этом мире, полностью, полностью духовно, полностью духовно. Да? Это даже не мирская религия. Вот. Допустим, можно работать батюшкой. Один преданный, наш духовный брат, точнее, даже на поколение старше ученик Шрила Бхактивинода Свами Прабхупады во Франции, работает пастором в протестантской церкви по совместительству, понимаете? Работа такая, понимаете? А почему? Если кто-то играет в ночных клубах на гитаре, почему бы ему не петь, собственно, для Бога того же самого на паперти? Вот, не проводить мессу службы, да? И нас даже не интересует вот такая вот религия, которая профессиональная, да, мы говорили об этом в наших первых лекциях. Нас интересует просто прекрасное существование, реальность, reality the beautiful, как сказал Шрила Бхакти Ракшаш Сиддхарта Махараджа на своем несравненном поэтическом языке, reality the beautiful, прекрасная реальность, да. Вот. Наша реальность здесь иногда бывает прекрасной, но Кришна говорит в Бхагавад-гите, Наташа, слышали Бхагавад-гиту, такую книгу нет? Значит, песнь Бога – это то, что Кришна рассказал на поле битвы Курукшетра своему другу Арджуне 5000 лет назад. Он рассказал там о том, что если, то есть он много чего рассказал, но он сказал, если в этом мире ты встречаешь что-то прекрасное, то это лишь искра моего
вечного духовного великолепия. Вот что он сказал. Вот, поэтому все, что прекрасно, все, что красиво, имеет полностью духовное начало, полностью духовные истоки. Сегодня вы услышите много деталей, биографии, вот, но мы, в принципе, сегодня слушаем о жизни великих личностей святых. И прежде всего я рассказал немного о Господе Чайтанье, потому что с него все начинается. Вот Господь Чайтанья и Гададхара, и еще один его спутник, воплощение Шримати Радхики. Но сегодня день явления одного из шести Госвами Вриндавана. То есть сам Господь Чайтанья, он был в Навадвипе, во Вриндаване, в святых местах, путешествовал по югу Индии 6 лет, провел на этой земле 48 лет. 24 года как семьянин, ну играл роль человека, он же играет роль человека, как семьянин, и 24 года как отреченный монах саньяси с обритой головой. Он показал своим примером, как жить на всех стадиях жизни, как домохозяин, как отреченный монах саньяси. И самое главное, он продемонстрировал и раздал всем другим несравненную любовь к Богу. Так вот, он сам, так как он был очень глубоко погружен в эту трансцендентную любовь, не имел возможности ничего писать. Он мог бы это делать, но просто он не мог. Это не входило в его задачу. Поэтому он дал Госвами 6 миссий. Помните какие? 4 миссии, что я говорю. Шестерым Госвами дал 4 миссии. Помните какие? Первая. Шри Виграха Пракаш. Да, открывать забытые божества Кришны. Это другое. Это другое. Первое Шри Виграха Пракаш. Вот. Когда-то 5000 лет назад правнук Кришны Ваджранабха устанавливал божества. Сам он Кришну не видел, но его как духовная наставница Уттара, мать Махараджа Парикшита, была свидетельницей жизни Кришны, когда он был здесь. Да? Он играл роль человека, да? И он жил 125 лет. И всегда выглядел как 16-летний юноша, играющий на флейте. Но потом он был царем, конечно, и когда он был царем, он не играл на флейте. Он играл на флейте до возраста 10 лет 8 месяцев. А затем он был предводителем династии, жил в 16108 дворцах со своими женами. И имел огромную армию, множество слонов, колесниц и воинов. Так или иначе, он всегда был Кришной. Просто в разных настроениях. Кришна означает «всепривлекающий», если вы слышали, Наташа. Это значение этого имени. Рама означает «всерадующий». Да? А Харе – это звательный падеж от Радха, от Хара, иначе говоря, имя. То есть внутренняя энергия Господа. Можете прикрыть дверь, пока там кто-то шумит. Вот. А, кто-то пришел. Хорошо. Заходите. И не шумите. Вот. Так, да, что хотел сказать. Да, и после того, как Кришна вернулся в духовный мир, из этой огромной-огромной семьи, да, много-много сыновей, внуков, правнуков, вот этот его правнук Ваджранабха, он был воятелем божеств. И он устанавливал эти божества. Говинда, Гопинат, Мадана Махану. Все эти божества он явил. Вот они были забыты. Какие-то были спрятаны в лесах, какие-то были даже в озерах там и так далее. В общем, в самых разных местах. Какие-то были зарыты в землю, спрятаны от иноземцев, завоевателей. Вот. Культура Индии – это культура поклонения божествам. Вот. Арчаны – поклонение божествам. Сейчас очень много так называемых идолоборческих религий, да, они называют идолы. Вот. В некоторых религиях вообще даже недопустимо, это считается большим грехом изображать Господа. Не то чтобы изображать, но... Дело в том, что в аутентичных ведических писаниях находится столько прекрасных описаний образа Господа, что вот эти вот божества – это просто точная копия, да?
то, что доступно нашему взгляду. Образ Господа полностью духовен. Он не может быть воспринят материальными чувствами. Невозможно. Поэтому вот это вот, как сказать, пограничное проявление, вот это виграха называется, или божество. Ви означает особое, а граха значит проявление. Поэтому говорится, что Господь присутствует в этом мире фактически, вот в этих двух ипостасях, как виграха, или как божество, и как нама, как святое имя. Святое имя. По-английски name, нама, ну то же самое. Вот. Святое имя не отлично от самого Кришны. Нама, чинтамани, Кришна, шчайтани, раса, вигра, пурна, шуддани, те мукта, бинна, твам, нама, намино. В этом стихе, в Пуранах, который называется «Нама Сурупа», говорится «Нама Чинтамани». Знаешь этот стих? «Нама Чинтамани». «Нама» означает «святое имя». «Чинтамани» означает «исполненное блаженство, драгоценный камень, исполняющий все желания». Стоит только прикоснуться к нему, каждое желание будет исполнено. Если мы посмотрим в сердце, какое самое сокровенное у нас желание? Если мы действительно подумаем, если мы стремились к духовному в жизни, мы поймем, что это желание нематериально. Мы не хотим ни богатств, ни женщин, ни последователей, описанных в мирской поэзии, да? Ни этих самых, да, последователей. Вот. Чего же мы хотим? Мы хотим любви. Чистой любви, на самом деле. Вот. Но если смотреть на этот материальный мир, любовь здесь никогда не бывает чистой. Она всегда имеет примеси корыстных желаний. Поэтому, когда говорится «I love you», на самом деле говорится «I love me». Вот «I am mine», город Майами, да, на юге Штатов, вы знаете, «my», «I» и «me». Вот, поэтому «я тебя люблю», значит, я себя люблю. А так как ты помогаешь мне в этом очень сильно, то я тебя люблю, пока ты мне помогаешь, пока ты мне не перестаешь помогать, чао, бомбино, получается. Поэтому несовершенно, очень-очень, чрезвычайно несовершенно, но трансцендентная любовь вечна, и она исполнена блаженством. Того, которое постоянно расширяется. Вы можете себе представить нечто, что постоянно углубляется и расширяется. Вот любое явление возьми, у нас нет такого опыта. Это просто невероятно. Невозможно создать такой двигатель, который бы работал все лучше и лучше и лучше, все быстрее, быстрее, быстрее. В конце концов, ну, лампочка перегорит. Сколько можно накаливать ее, правильно? Любой двигатель откажет. Вечный двигатель перпетус мобиле, да, это утопия. Это невозможно осуществить в этом мире. Вот. Почему? Потому что действует эта энергия, материальная энергия, майя, которая все блокирует, понимаете как? Вот, как, например, в любом обществе есть цензура. Что ты не говори, все равно не можешь сказать всего, что ты думаешь, потому что тебя начнут контролировать, в конце концов, сдерживать. Вот. Подобным образом, вот эта энергия, иллюзорная энергия, которая просто покрывает все в этом мире, это тот потолок, через который ты не пробьешься никак. Ты будешь просто обречен, твои попытки будут обречены на провал. Вот. Но что касается духовной энергии, вот что интересно и что важно для нас. Когда мы соприкасаемся с ней, мы чувствуем какое-то счастье, которое никогда не ощущали в этом мире. И все присутствующие здесь и слушающие нас в прямом эфире не дадут мне соврать, точно не дадут соврать. Я очень рад, что наши новые преданные качают головами. Thank you for nodding. Спасибо за качание. Давайте мы вместе головами покачаем. Yes, yes, yes. Хорошо. Вот. Кришан, покачай головой, дорогой. Немножко так. Немножко пробудишься, да? Yes. Индийцы вот так говорят. Когда они говорят «да», когда им что-то нравится, они так говорят. Вот. Поэтому да, действительно так. Никто не даст соврать. Это счастье не имеет ничего общего с чем-либо в этом мире. Вот это не забывается. Вы знаете, один человек попал в сознание Кришны и потом, ну как, пустил слабинку, потом, знаете, в 70-х очень много было этих депрограмматоров, так называемых, которые... Вы к нам, пожалуйста, Гарри Кришна. Которые депрограммировали, так сказать, детей, респектабельных родителей, которые хотели, чтобы из их детей выбили всю эту дурь, так сказать. Вот. Но один такой приятный,
который прошел через эту депрограммацию, который вообще сам очень разочаровался. Потому что депрограммация была, он потом, нет, сперва он разочаровался очень сильно, попытался наслаждаться, у него ничего не получилось. И он пошел к психотерапевту и сказал: знаете, говорит, эти кришнаиты так меня вообще запрограммировали. Я, говорит, пытаюсь теперь наслаждаться, и не могу! Не могу больше наслаждаться. I can't get no satisfaction, получается. Это невозможно, просто невозможно. Почему? Потому что есть высший вкус, вот о чем мы говорим. Поэтому Кришна, Господь Чайтанья Махапрабху, это обитель высшего вкуса, обитель высшего вкуса. И через чистых преданных мы можем приблизиться к ним. Так вот, мы таким образом переходим на историю жизни тех святых, которых мы вспоминаем сегодня. Шри Гопала Бхатта Госвами, день его явления. Он один из шестерых Госвами Вриндавана. Вот, он родился на юге Индии. Когда Шри Чайтанья Махапрабху путешествовал по югу Индии, он пришел в святое место Шри Рангам. Шри Рангам – это место, где находится огромный храм. По-моему, это самый большой храм в Индии, по крайней мере, один из наиболее больших. Там 7 стен его окружают. И божество Вишну, Рангаджи, лежащего на ложа Ананта-Шеши, да, трансцендентного змея, и Лакшми, массирующие его стопы. Вот. А в Индии есть традиция, которая отлична от традиции бенгальского вайшнавизма, к которому мы относимся. И на юге они поклоняются Лакшми Нарайане. Кришан, где ты починил? Плохо идет? Хорошо. В общем, мне нужна указка сейчас. Дай, как она есть. Да. Дай мне ее. В общем, вот здесь мы видим, ладно, пускай такая будет, ничего, немножко миниатюрная будет. Вот здесь мы видим, видите, Лакшми Нарайана, вот здесь. Вот здесь огромный трон. Вот это вот трансцендентный мир вверху. А вот здесь вот материальный мир, это мы здесь живем. Вот. А вот этот трансцендентный мир, и в трансцендентном мире вот это Лакшми и Нараяна. Кришна вот там, на самом верху, в этом лотосе, это его высшая планета Голока Вриндавана. А вот здесь ниже, это Лакшми Нараяна. Это Вайкунтха, планета, которая называется Вайкунтха, означает Вай, значит без, и Кунтха означает страдание, значит, по-катайся. Вот. И поэтому там уже нет рождения и смерти, там вечное знание и блаженство. Но там очень много благоговения, почтения. Поэтому, когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел туда, он хотел встретиться с местными брахманами, с местными служителями. И он пел и танцевал в храме, и это привлекло огромную массу народа. Вот. Но затем один благочестивый брахман по имени Венката Бхатта, брахман, понимаете, представитель высшего сословия, пригласил его в свой дом. И так их поразил Господь Чайтанья, они увидели, что это великий святой, что Господь Чайтанья провел в его доме целые 4 месяца чатурмаси, сезона дождей. На период сезона дождей в Индии люди, которые отречены от мира, останавливаются в каком-то одном месте, потому что трудно путешествовать, льет и льет каждый день. Вот если вы приедете в июле, в августе, с одной стороны приятно, потому что свежесть, с другой стороны, ну льет каждый день, как-то нетипично для Индии. Да, действительно, очень здорово. Мне действительно нравится быть в июле-августе, особенно в июле. Вот, Ямуна очень сильно разливается и так далее. И поэтому святые, как правило, останавливаются в одном месте, никуда не ходят дальше. Так вот, Господь Чайтанья остановился в доме Венката Бхатты. Там у него было еще 3 брата. Всего их было 3. То есть у него еще 2 брата было. Тримала Бхатта и Прабодхананда Сарасвати. Прабодхананда Сарасвати, который тоже знаменитый святой в нашей сампрадае, автор потрясающих книг. И у Венката Бхатты был сын. Этого сына звали Гопал. Так вот это будущее Гопала Бхатта Госвами. Как Господь Чайтанья пришел в дом Венката Бхатты, мальчик Гопал приходил к Господу Чайтанье, он брал его на колени, гладил,
давал ему махапрасад из своей тарелки. Да? То есть, если, допустим, человек святой, да, высокого уровня, он может дать остатки своей пищи просто для блага человечества. Обычно вайшнав не стремится к этому, не стремится к этому. Вот. Даже в ведической семье было принято, что отец сидит во главе стола. Вы, кстати, увидите что-то в древней русской культуре очень похожее. Вот этот хороший, в хорошем смысле, патриархат. Да? Отец сидит во главе стола, и потом, после него, то есть его остатки, младшие члены семьи могут принять. Вот это испокон веков такая культура. Вот. Преданные должны знать, в семьях мы часто встречаем, что родители подъедают друг за другом, подъедают за детьми, и это неправильно. Отец – глава семейства, это ведическая система. Поэтому все должно… Отец может дать жене, после жены он не может подъедать. Если она, конечно, там святая, высокого уровня – это другое дело. Конечно, она ни в коем случае не будет этого давать ему. Он будет прятаться, но он будет стремиться, конечно. И за детьми тоже не нужно подъедать. Вот. Ну, хотя, если они великие святые, это другая статья. Это под звездочкой стоит особый случай. Вот. Так или иначе, Господь Чайтанья давал маленькому Гопалу достатки своей пищи, поэтому Гопал, он проникся этим настроением. Когда Господь Чайтанья жил вот эти 4 месяца сезона дождей в доме Венкатабхатты, у них началась такая дискуссия по писаниям. Все шрирангами на юге Индии поклоняются Лакшми Нарайане. Вот, если мы посмотрим вот на эту схему космическую, да, космологии, левая сторона синяя, правая сторона красная. Вот левая сторона синяя – это сторона мужских аватаров, ипостасей Господа. Кришна, из него исходит Баларама, затем исходит первая четверичная экспансия Васудева Сампрашана Прадьюмна Анирудха, дальше Господь Нарайана, дальше вторая четверичная экспансия, и дальше отходит уже ветвь. Материальный мир, Махавишну, Гарбода Кашавишну, Кширода Кашавишну, в самом низу Ананкашеша, вот, который держит все вселенные на своих клобуках. Вот. Собственно, это Вишну Татва, да? То есть это истина о Верховном Господе, о нем. Вот, а она, то есть Радха и все виды ее воплощений, аватар, расположенный справа, это красная сторона, сторона шакти, сторона трансцендентной энергии. Вот поэтому в ведической мысли мы имеем пуруша и шакти, два понятия – он и она. То есть верховное мужское начало, верховное женское начало. Так вот, верховное мужское начало мы говорим Кришна, верховное женское начало мы говорим Радха или Хара, Хареи, звательный падеж. Так? Вот. Но вайшнавы или преданные Господа с юга Индии, они говорят Лакшми Нарайана. Согласно их писанию, главному Вишну Пурана, Кришна – это воплощение Вишну. И в этом нет ничего неправильного. С их точки зрения это так. То есть мы уважаем, мы не критикуем их концепцию. Ни в коем случае нельзя этого делать оскорбительно. Вот. Почему? Потому что, рассуждая с их позиции, все совершенно закономерно. Потому что Господь Нарайана, он носит еще одно имя Аджа, нерожденный. Он никогда не рождается. А Кришна приходит, и многие другие аватары тоже приходят в этот мир, и они рождаются. Нарайана в этот мир не приходит сам. Почему? Потому что он нерожденный, он Аджа. Вот. Но Кришна приходит и кричит: «Вау-вау!» Рождается. Да. Как там эта песня? «Джио-джио-шям-ла-ла, джио-шям-ла-ла, тири-тири-тири-ранга-ха, ди-ди-ху-вау-вау». Он действительно плачет «Вау-вау!» Понимаете, Кришна? Как же он рождается? Вы можете спросить. Почему он рождается? Дело в том, что в трансцендентном мире он тоже маленький, он тоже ползает на коленях у Яшоды своему. Знаете, у Верховного Господа есть мама и папа. Вы представляете, Катя? Наташа, вы можете себе представить? У Верховного Господа мама и папа. Наверное, уже вы меня перекрестились много раз. При этом нет. Как это так? Как это может быть? Да. Почему? Потому что он вместилище всех рас.
всех рас. Да? Расо вайсаха, в ведах говорится, да? В Веданта Сутре. Расо вайсаха – это постулат. Он есть средоточие всей расы. Раса означает все виды взаимоотношений. Вот вы знаете, об этом молчат мировые религии. Просто. У них это как бы есть, это. Но есть только намеки, полунамеки, что он вечно юн, есть какие-то намеки в Библии, притча Соломона. Вот, потом еще где-то есть, в эзотерическом тоже, я знаю, христианстве, что-то есть. Вот. Но то, что у него огромное количество различных, разнообразных взаимоотношений со своими многочисленными преданными, вот это не сказано, это не открыто за семью замками, как правило. Вот. Но в ведических писаниях, эзотерических ведических писаниях это все объяснено очень подробно, очень подробно. Поэтому и говорится «расо вайсаха», он есть океан расы. Раса означает, что такое? Густой, насыщенный вкус. Вот. По-русски не скажешь одним словом, не переведешь этот термин «раса». На английском Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад ввел такой термин «mellow», то есть он английским словом «mellow» перевел. А «mellow» означает глубокий, насыщенный вкус. Поэтому, если это глубокий, насыщенный вкус, то очевидно предположить, что он полон разнообразия. Поэтому каждая душа может вступить с Кришной в различные виды взаимоотношений. Да? Если в духовном мире огромное разнообразие этих взаимоотношений, и у каждого спутника, вечного спутника, их просто как каждое индивидуальное взаимоотношение, у каждого из них очень-очень глубокие с Кришной, вот, то естественно предположить, что мы, жители этого материального мира, тоже можем их развить. Вот, поэтому мы следуем вот этим вечным спутникам Кришны в духовном мире. Поэтому мы слушаем эти повествования. Так вот, какой спор возник у Венкаты Бхатты с Господом Чайтаньей. Это шуточный спор. Вот, не то, как люди сейчас на ток-шоу друг друга полосуют безжалостно. Нет. Это была очень-очень такой любовная дискуссия, скажем, даже не спор. Вот. Господь Чайтанья шутливо спросил: «Скажи, пожалуйста, вот Лакшми, богиня процветания, поклоняется весь мир. Люди изображают Лакшми, богиню процветания, с, во-первых, на четырех руках и монетки, она сыпет монетки. Лакшми означает счастье, удача. Вот. Поэтому материалисты, они подходят к Лакшми и просят, не просто дай да получки, они просят, хорошо просят. Вот, и она дает. Но глупые, недальновидные люди, Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад сказал, они обращаются к Лакшми, минуя Господа Нараяну. Вот. Потому что они знают, это чисто духовно, чисто трансцендентно, им это неинтересно. Им интересно нечто сиюминутное, поэтому они обращаются к Лакшми. Вот. Но это Лакшми, продолжил Господь Чайтанья. Она стоит, сложа руки, в Белване, в одном месте, которая напротив Вриндавана, вот напротив реки Ямуны, есть такое место, называется Белван, такой лес. И там божество Лакшми, которое стоит, сложа руки, и смотрит в сторону Вриндавана, вот так, с широко раскрытыми глазами, полными надежды. Вопрос, почему? Она хочет прийти во Вриндаван, и она хочет танцевать с Кришной танец расы. Слышали о танце расы, Катя? Да, когда он танцует с гопи, очень хорошо, что вы слышали это от Дира Самира Прабу или Дима. Вот. То есть высшая игра Кришны, Кришна полон развлечений. Это развлечение, это раса тоже. То есть, иначе говоря, лила. Вот. Но высший вид лилы, то есть развлечение, это раса лила. Раса лила — это танец, когда один юноша танцует с огромным количеством девушек. Вот. В обычном смысле Кришна известен как Вишну, да? По-русски Вишни. Да? Этот Вишну, он является вседержителем, да? Он является прародителем этого материального мира. Из его взгляда выходит вот этот Вишну, который возлежит на причинном океане, в водах причинного океана, исходят все живые существа в этот материальный мир, внедряются таким образом. Но Кришна известен как Вишну еще и по другой причине. По какой?
что он танцует так быстро, что, несмотря на то, что он не распространяет себя, как Кришна, который в Двараке, в 16108 форм, он танцует так быстро, что кажется, что он танцует индивидуально с каждой гопи. Хотя это не так. Кришна остается в своей сварупе, изначально образе. Один, Шьяма Сундара. Вот. Но он танцует так быстро, что каждая гопи, мало того, что она даже не замечает, что Кришна танцует с кем-то еще, она уверена, что Кришна танцует только с ней. И он вот так вот танцует с каждой гопи индивидуально, вы можете себе представить. Это сравнивают наши ачарьи, святые учителя, с раскручиванием благовонной палочки. Если ты крутишь благовонную палочку быстро, получается огненный круг. Хотя на самом деле он не существует, этот круг. Существует просто круговое движение. Но нам кажется, что это круговой, то есть это круг, огненный круг. Вот, поэтому Кришна известен как Вишну. Так вот, Лакшми хочет войти в танец раса и не может. Почему? Потому что она брахмани, то есть она представительница высшего сословия. Высшего сословия. Если она брахмани, Кришна не может ее принять. Почему? Потому что Кришна принимает кого-то из гопа-джаты, то есть из династии пастухов только. Вот условия, да? Прием в Расалилу объявляется, прием. Принимается только гопи. Только гопи и те, кто идут по их стопам. Да? Они могут войти в осеннюю Расалилу. И поэтому мы можем войти в Расалилу, а Лакшми нет. Вот это, представляете, наша привилегия. Представляете? Мы обычные, обусловленные души этого мира. Обычные. Отождествляющиеся с материей, страдающие тут, думающие разные вещи. Мы можем попасть в Расалилу Кришны. А Лакшми Деви, вседержительница духовного мира, не может. Но она как бы в душе попадает, и она стоит и не сводит глаз с Расалилы. Она не сводит глаз с Расалилы. И поэтому Венката Бата, услышав этот вопрос от Господа Чайтани, был несколько озадачен. Он сказал, Кришна и Нараяна – одна и та же личность. Кришна – это один из обликов, которые принимает наш Господь, чтобы наслаждаться игранными, связанными с ловкостью и сноровкой. Не будет никакого попрания чести Лакшмидеви, если у нее возникнет интерес к Кришне. Это же тот самый Нараяна. Это не противоречит никаким религиозным принципам. Так к чему же твои шутки? Конечно, с точки зрения установленных философских принципов, Кришна и Нараяна – это та же личность. Но мы не можем рассуждать только с точки зрения таттвы, установленных философских принципов. Существует еще наука о вкусе, существует еще наука о расе, трансцендентных взаимоотношениях с Кришной. Да? И поэтому даже несмотря на то, что Кришна и Нараяна – это одна и та же личность с точки зрения философии, Лакшми все же не может войти в танец раса Кришны. Не может. Почему? Потому что помимо философии есть еще много-много разного. Так вот, это другое разное и есть раса, а именно практические взаимоотношения, трансцендентные взаимоотношения, вкусы, иначе говоря. Господь сказал, то, что ты говоришь, правда, но ответь мне, почему Лакшми Деви совершает суровые аскезы, чтобы добиться Кришны, и безуспешно? С другой стороны, Упанишады тоже совершали суровые аскезы, олицетворенные ведические писания Упанишады, чтобы добиться Кришны, и у них это получилось. Они вошли в танец раса, олицетворенное священное писание, Упанишады. Изначально четыре веды существуют, и к каждой веде прикреплены Упанишады, философские пояснения вед. Вот. Так вот, они — это личности. И им тоже так понравился Кришна, и так понравилась раса Лила, что они захотели в нее войти. Представляете? И в итоге у них получилось. И они стали особыми гопи, как это, шрутичари. Шрутичари гопи они стали. То есть бывшие Упанишады. Вот. У Лакшми это не вышло, а у Упанишад это вышло. Почему? То есть Господь его немножечко поддразнивает с другой стороны.
Венката ответил, я этого вообще не понимаю. И добавил, представляете, как Венката Бхатта, насколько бы он прозорлив. Он сказал Господу немедленно, ты сам Кришна. Он признал. Это великий, на самом деле, святой Венката Бхатта. Он сразу, ты сам Кришна. Он сразу ему сказал. Тебе известен смысл твоих лил. Понять это все может только тот, кто избрал путь просветления. Если ты просветишь меня, то я тоже смогу это понять. Поэтому на протяжении 4 месяцев, представляете, сезона дождей, огромное количество времени. Это Рупа Госвами слушал 10 дней, Санатана Госвами чуть больше. А здесь Венката Бхатта 4 месяца Чатурмаси, пожалуйста, слушал Харикатху Господа Чайтани. Вот. А тогда Шри Чайтани объяснил, что Лакшмидеви хотела оставаться роскошной богиней удачи. Она попросила милости Йога Майи Пурнамаси, да, трансцендентной богини. Пожалуйста, пусти меня в танец расы. Йога Майя стоит на страже. Она дает санкцию, как верховный судья. Если Кришна хочет кого-то впустить в свою лилу, в свою игру, он дает санкцию Йога Майе, и Йога Майя впускает такую личность. А если он хочет кому-то запретить войти, Йога Майя оборачивается как Махамайя, великая иллюзия. Вот. Есть две энергии. Йога Майя означает духовная энергия, и Махамайя означает, Маха значит великая иллюзия, которая покрывает весь этот мир, поэтому, видите, темного цвета, что покрыт этой иллюзией, представляете? Старость, болезни, все, весь этот, хорошее слово, маразм существует постольку, поскольку Махамайя пускает в ход свое действие, входит в действие. Так вот, да, так Йога Майя, она сказала Лакшми, ты можешь войти, но с некоторыми условиями. Хорошо, я согласна рассмотреть. Так вот, ты должна будешь стать обычной деревенской женщиной. Деревенской, понимаете? Обычной, простой пастушкой. Ну, конечно, для богини процветания стать пастушкой несколько, так сказать, зазорно, но все равно она сказала, ну ладно, хорошо, ладно, ладно, ходить в какой-то одежде, быть постоянно облепленной кровью, навозом. Женщины в Индии лепят коровьи блины на глинобитные хижины, и они там сохнут, а потом используются как топливо, очень хорошее топливо в зимний период. На нем пекут чапати, лепешки, там, в общем, все делают, домашнее хозяйство. Вот. Это еще не все. Ты должна будешь выйти замуж за гопа, за пастуха. Вот это Лакшми точно не могла сделать. Вот это она не могла сделать. Почему? Потому что у нее... Чуть-чуть в сторону. Так, хорошо. Потому что у нее обет. Обет экапати, врата. То есть она замужем только за Господа Нараяну. Все. А гопи? Многие же замужем. И они являют то, что называется паракия бхава. Паракия означает при присутствии, так сказать, официального мужа. Они его оставляют и отправляются к Кришне на танец расы. Что при этом происходит? Йога Майя тут же проявляет точную копию той гопи, которая побежала к Кришне на танец расы. И она остается служить своему мужу, все выполняет, как, ну, как сказать, наподобие домработницы, трансцендентной. Вот Йога Майя оставляет точную копию. И муж доволен. Но он думает, моя жена при деле, все хорошо. А подлинная гопи бежит к Кришне на танец раз, вы представляете? И вот с этим Лакшми не могла смириться. Но она так хочет, то не может. Представляете? Представляете? Если кто-то хочет стать там какой-то суперзвездой, да, ну в этом мире, да, и не может. Да, как обидно, боже мой. Мальчишка хочет стать космонавтом, ну никак не получится. Но все равно у него есть эта проекция, он уже воображает себя там в шлеме, он воображает себя суперзвездой, еще кем-то, звездой экрана. Но Лакшми Деви, она представляет себя гопи, она стоит и она восхищена, она восторженно смотрит в сторону Вриндавана. Так вот, за короткое время Шри Гопал Бхатта Госвами
простите, Венката Бхатта, отец Гопал Бхатта Госвами, стал чистым последователем Господа Чайтаньи. Он принял лотосные стопы Шиши Рады и Кришны и преданное служение в настроении Рады и Кришны, потому что он понял, что на самом деле Лакшми и Нараяна – это воплощение Рады и Кришны. Вот. И всему этому был свидетель маленький Гопал, Гопал Бхатта Госвами. Вот. Когда он рос, за короткое время он освоил санскритскую грамматику, стихосложение, риторику, стал специалистом по всем писаниям, начиная с Веданта Сутры. Вот все ведические писания в сконцентрированном виде, в виде 555 стихов, содержатся в Веданта Сутре. Так вот, кто хочет изучать Веданту, должны знать выводы Веданта Сутры очень хорошо. И поэтому Гопал Бхатта Госвами очень быстро усвоил это. Вот затем отец и мать подошли к нему, и они сказали: «Сынок, мы скоро завершим земной путь, поэтому, пожалуйста, после нашей смерти отправляйся во Вриндаван и прими прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху». То есть они попросили его присматривать за ними, но когда они уже все состарили, они благословили его отправиться во Вриндаван после ухода и быть у стоп Господа Чайтаньи. В индийских семьях часто бывает, что один из членов семьи, будь то старший или сын, допустим, в отреченном укладе жизни, и его портрет тщательно бережется в каком-нибудь почетном углу, и своим дорогим гостям члены семьи показывают с радостью, с гордостью: вот это наш там сын или наш отец, он отправился в Праяг, да, или он отправился во Вриндаван, да, он там совершает баджан, да, это большая гордость для семьи. Так вот, когда Гопал Бхатта Госвами пришел во Вриндаван, он очень обрадовался, потому что Рупа Госвами собрался передать из Вриндавана преданное послание для Господа Чайтаньи, а Господь Чайтаньи в то время находился в Пури. Вот Пури – это на восточном побережье Индии, штат Ориса. Вот. А Вриндаван, если брать центр Индии, 150 километров от Дели. Так вот, довольно долго идти, собственно. Сейчас это ночь на поезде, но раньше это было довольно долго. Так вот, Махапрабху был очень рад, потому что путники рассказали ему, что Господь Чайтанья, что Гопал Бхатта отправился в Вриндаван, поэтому Господь Чайтанья передал для него один подарок. Он передал свою каупину, набедренную повязку, символ отречения, и атрибуты Бабаджи, атрибуты человека в отреченном укладе жизни. Но когда Гопал Бхатта Госвами увидел эти подарки от Господа Чайтаньи, эти дары, он был так счастлив, неописуемо счастлив. Это было знаком того, что сам Господь благосклонен к нему и благословляет его на подвижничество. Вот. Гопал Бхатта Госвами совершал баджан во Вриндаване. Баджан значит духовная жизнь. Есть разного вида божества. Вот мы видим изображение божеств, наших божеств во Вриндаване, мы видим у них антропоморфные формы, да, то есть Кришна, Рама, Шри Чайтанья Махапрабху. Но есть такие божества, которые находят в Непале, в реке Гандаки. Они называются Шалаграма Шивы. Шалаграма Шивы. Особого рода черные камни, которые уже являются Кришной, то есть они не нуждаются в инсталляции, в установлении. Каждое божество должно быть установлено, инсталлировано какой-либо великой личностью. Вот. Но иногда бывает так, что эта личность, допустим, пуранический персонаж, что это персонаж, что это сам Господь может быть, например, божество Гопинатха, Кширачора. Сам Господь Рамачандра, вы сек своими стрелами, вот как оно проявилось, ну и так далее. Какой-то великий персонаж пуранический, да, из Писания, он явил какие-то божества. Одно лишь присутствие этого божества в каком-то месте воздействует на всю Вселенную. Огромное воздействие, колоссальное воздействие имеет. Но в случае вот тех божеств, о которых я говорю, это просто черные камни,
которое находит вот в этой реке Гандаки в Непале. И это уже сам Кришна, то есть установление не требуется, инсталляция не требуется. Сейчас слово «инсталляция» очень известно компьютеристам, вот, но это означает призывание Господа. Великая Личность произносит мантры, и через процесс прана-пратиштхи, то есть вдыхание жизни, как бы прана-пратиштхи, вдыхание жизни в это божество, происходит процесс инсталляции. Вот. Но Гопалпата Госвами был на севере, в Непале, и там он принес, оттуда он принес 12 вот этих шалограмм. Не слышали раньше, как нет? Шалограммы, да, иногда бывают у преданных, вот когда вы найдете у кого-то на алтаре вот, черный камень, такой овальный, вот, ну, как яйцеобразный, да, вот это будет шалограмма Шила. Так вот, у Гопала Бхатта Госвами было 12 шалограмм Шил, и он носил их в котомке прямо на шее, как иногда мы можем встретить саду, которая путешествует со своими божествами в котомке, в святом месте. Он держал их завязанными в ткань, да, но у него было желание поклоняться Господу, у которого есть стопы, у которого есть руки, которые держат флейту, у которого очень-очень привлекательный взгляд, у которого несравненная улыбка, в общем, все эти прекрасные антропоморфные черты. Есть много-много воплощений Господа. Некоторые из них в формах, допустим, рыбы, черепахи, получеловек-полулев, Нрисимха и так далее. А некоторые антропоморфные, например, Господь Рама, идеальный царь, Господь Вамана, карлик Брахман, Господь Капила тоже в человеческом образе. Вот. Но Кришна — это не просто аватары, это аватари, центр всех воплощений. Да? Это Чамшакала Пумса Кришна Сту Бхагаван Своям Индради Вьяколам Лакам Ридайнти Юге Юге. Так вот, у Гопала Бхатта Госвами было желание поклоняться именно такому Кришне. Почему? Чем занимались Госвами во Вриндаване? Да? Когда в Джаганатхапуре к Господу Чайтанье приходили странники из Вриндавана, он спрашивал их, как живут мои дорогие Рупа и Санатана? Другие Госвами. То есть Гопала Бхатта был чуть младше. Он был современником Рупы и Санатана, но он был младше. Он был под их руководством. И когда приходили странники из Вриндавана, Господь Чайтанья их расспрашивал, как там живут мои Рупа и Санатана. И странники рассказывали, братья Рупа и Санатана не имеют постоянного места жительства. Они проводят каждую ночь под новым деревом. И все, что у них есть из одежды, это лишь каупины, набедренные повязки. Только когда становится холодно, они могут надеть чадар. Почему Рупа и Санатана и шестеро Госвами проводили время каждую новую ночь под новым деревом? Конечно, если мы возьмем в общем смысле, это потому, что они были очень отреченными. Но на самом деле, под каждым новым деревом, каждую новую ночь проходили новые и новые и новые игры ради Кришны, божественные читы. Именно поэтому они переходили от дерева к дереву. Вот. Иногда они брали, стрижали и писали свои книги, произведения, описывающие путь бхакти. Да, так вот, мы не перечислили четыре миссии, которые Господь Чайтанья дал шестерым Госвами. Остановился и не продолжил. Вот первое – Виграха Пракаш, открыть божества, забытые божества во Вриндаване. Второе – Лупта Тирта Парайана, открытие забытых мест во Вриндаване. Вот. Третье – написание книг о бхакти. Это третье. И четвертое – Вайшнава Садачар Стапанам, установление вайшнавского этикета. Что делать, чего не делать, как нести путь к бхакти. Вот это вот делали шестеро Госвами. Так вот, как-то раз ночью, вечером, Гопал Бхатта Госвами омыл свои божества, положил их спать. Знаете, уход за божествами предполагает это. Класть спать и утром будить. Вот, потому что
ну, как родители обращаются с детьми, да? А у пуджари, того преданного, который ухаживает за божествами, тоже есть такое настроение. И он очень-очень рад думать о своих божествах, как о маленьких детях. Хотел кинуть. О маленьких детях. Ишан, я здесь. Окей. О маленьких детях. Поэтому он лег отдыхать вот с этим намерением. И ночью его посетило потрясающее видение. Он увидел потрясающий образ Кришны. И он утром подошел и открыл свою котомку и увидел, что один из шалограммашил стал безукоризненным божеством Кришны. И форма его изгибалась в двух местах. Вот такого Кришну он увидел. Вы знаете, здесь, пожалуй, это божество дано свою натуральную величину. Почти. Оно такое маленькое. Может быть, вот такое, как с этот лист, может, чуть больше. Маленький-маленький. Радха Раман. Ши Радха Раман Девки Джай. Да. Так вот, счастью Гопала Бхатта Госвами не было границ. Просто. То есть, при виде такой несравненной красоты божеств, счастье Гопала Бхатты стало огромным океаном, в котором он нырял и плавал, говорится. Предложение божеству, он предложил божеству множество дандаватов, пранамов, он начал возносить Господу различные гимны и молитвы. Рупа Госвами, Санатана Госвами и другие вайшнавы пришли на это место, и они провели первую церемонию предложения Боги, омовения. И так поклонение божеству продолжалось. Божество проявилось в 1599 году в Вриндаване. Мы отмечаем этот день. И в этом божестве есть черты всех трех основных божеств Вриндавана – Говинда, Гопинатха и Мадхава Намаха. Говинда – это божество Рупа Госвами. А так как Рупа Госвами – это Абидая Ачарья, то есть он святой учитель, который объяснил принципы практики бхакти, вот, то лицо Кришны, точное лицо Радха Рамана, лицо, значит, у Говинды самым выдающимся частью тела является лицо, улыбка. Так вот, у Радха Рамана улыбка точь-в-точь, как у Говинды. Вот, теперь Мадхава Махан, божество Шрила Санатана Госвами. Это божество какой татвы? Самбанда. Самбанда татва. Самбанда означает взаимоотношения с Кришной, поэтому принципу самбанды соответствует что? Лотосные стопы. И вот у Радха Рамана лотосные стопы в точности как у Мадхава Махана. И грудь, видите, какая прекрасная широкая грудь. У него, как у Гопинатхи. А Гопинат – это божество какой татвы? Прайоджаны. Прайоджаны. То есть высшие цели, према. Поэтому и стопы, и лицо, и грудь у Радха Рамана, соответственно, как у Мадхава Махана – стопы, как у Говинды – грудь, и как у Гопинатхи – лотосное лицо, улыбка. Вот. Шри Радха Раман Дева Ки Джай. Если посмотреть на божество со спины, можно заметить, что его спина осталась плоской, что напоминает о его происхождении. То есть он произошел из плоской шалограммы Шивы. Вот как все получилось. Однажды Гопал Бхатта Госвами отправился в один город Дева Вандиаграм, неподалеку от Харидвара. Вот. И жители города его встретили с великой радостью. Он отправился в гости к одному преданному, жившему на экране города. Вот. Но днем началась огромная буря, и по дороге стоял дом брахманов, который укрылся от непогоды. Этот брахман был очень предан Кришне, и с великой заботой он удовлетворил все нужды Гопала Бхатты. Он принял его там, он переждал грозу. Но вот у брахмана была беда, у него не было сына. Поэтому он попросил Гопал Бхатту благословения, чтобы мне родился сын. Гопал Бхатта благословил его и сказал: «Да, у тебя будет сын,
у тебя будет великий преданный Кришна. Вот. Тогда Брахман ответил: «О, я так рад этой новости, что я немедленно отдам тебе моего первого сына. Моего первого сына я тебе отдам в услужение». Вот. Поэтому можешь его использовать, как считается, сочтешь нужным. Вот. И однажды, прошло 10 лет, Гопал Бхатта забыл об этом эпизоде, и приходит один мальчик. Приходит один мальчик, Гопал Бхатта спросил: «Кто ты?» «О, я из вот этой вот Девандья, грама этого города. Вот я пришел оттуда». «А кто твой отец? Почему ты пришел ко мне?» «О, мой отец отправил меня сюда, чтобы я тебе служил». «О», тогда Гопал Бхатта вспомнил. Он вспомнил этого брахмана, который пообещал отдать ему его первого сына. Этого сына звали Гопинат. И поэтому со временем он начал служить божеству брата Рамана. И он стал известен как знаменитый Гопинат Пуджари. Гопинат Пуджари Прабху Ки Джай. Вот. Гопал Бхатта Госвами занимался литературной деятельностью. Он собрал все материалы для книги Хари Бхакти Виласа, которую потом издал Шри Санатана Госвами. Вот. Так он участвовал в четвертой миссии Махапрабху в написании книг. Санатана Госвами издал эту книгу, в которой изложено, как нести процесс бхакти, что нужно делать, чего не нужно делать, огромное количество правил различных. Вот. Не нужно думать, что это скучные правила, это сама наша жизнь. Вы знаете, вот выйдешь за окно, действуют правила, не дай бог, не соблюдешь, оштрафуют, а то и посадят. Вот. То есть чревато последствиями. Поэтому правила необходимо соблюдать. Вот. Почему увлекательна и интересна любая игра? Потому что есть правила. Почему футбол такой захватывающий для масс народа? Потому что есть правила. Боковой, угловой, штрафной, пенальти, все. Руками не забивать, а вратарь может в руки брать. Вот. Поэтому, да, поэтому интересно. Вот поэтому и бхакти – это очень интересный процесс. Если мы начнем делать каждый, что хочет, будет хаос. А хаос – это смерть, считай. Поэтому нет жизни, да? Поэтому нужны вот эти трансцендентные правила. И они все описаны в этой книге Хари Бхакти Вилас, для которого собрал материал Гопал Бхатта Госвами. В трансцендентных играх Кришны в духовном мире Гопал Бхатта Госвами является Гунай Манджари, трансцендентные возлюбленные, служанки Радхики. Все шестеро Госвами, они служанки Шримати Радхики. Да, в своих трансцендентных телах. И поэтому потом была написана книга Гаура Ганадеша Дипика, то есть когда пришел Господь Чайтанья, он пришел 530 лет назад, да? Вот среди его спутников очень-очень много спутников Кришны. Вот и именно какие Кришны, спутники Кришны, то есть кто есть кто в играх Кришны, все это описано в Гаура Ганадеша Дипике. Вот, что же, мы очень обязаны Шри Гопала Бхатта Госвами, он великий преданный, и его преданность Радха Раману нас очень вдохновляет на служение божествам, его книга Хари Бхакти Вилас нас очень вдохновляет на несение преданного служения. Самадхи Шри Гопала Бхатта Госвами прямо рядом с храмом Радха Раман во Вриндаване Шри Гопала Бхатта Госвами Прабху Ки Джай. Вот, сегодня также день ухода другого великого вайшнава, который жил где-то на лет 100, скажем так, позже шестерых Госвами. Это Шри Рамачандра Кавирадж. Прабу, Рамачандра Кавирадж. Сегодня мы спели песню Шри Кришна Чайтанья Прабу Доя Кора Море. Шри Наротам Дас Такур пишет там: Ха-ха, сваруп санатана, бата рагунат, бата джуга шри дживаха, прабу локанатам. Славит здесь шестерых Госвами. И также: Дая кора шри ачарья, прабу шри нивас, рама чандра санга маги, народ тамадас. Вот он прославляет Шри Ниваса Ачарью, учеником которого был Рама Чандра Кавирадж. Он был... он был уроженцем Шриканды. Шриканда – это замечательное место. Там родились еще несколько великих вайшнавов: Чиранджив Прабу, еще Нарахари Саракар. Прабу Нарахари Саракар. Как-то раз прошлым летом мы ехали
на машине в Вакачакру, место явления Господа Нитьянанды в Бенгалии, в Навадвипе. И на обратном пути мы хотели заехать в Катву, место, где Господь Чайтанья принял саньясу, отреченный образ жизни. Вот. Но был ужасный ливень. Сезон дождей в Бенгалии очень жесткий. Вот. И был такой ливень просто, ну, такое только в Бенгалии бывает. И водители нас завезли не туда, сбились с пути, и они завезли нас 5 миль влево. И мы оказались в Шриканде. Мы не знали, что это Шриканда. Это такое прекрасное место, потрясающее место. Мы прятались от дождя в этом храме Нарахарисаракара Прабху. Вот. Мы потом получили даршан его божества Гауранги, прекрасного божества, и также Мадумати Пушкарини, это знаменитая кунда, из которой Нарахарисаракара Прабху, бывшая Мадумати, спутница Радхики, она приносила мед Рады и Кришне. Вот, Нитьянанда и Господь Гауранга пришли и попросили у Нарахарисаракара: «Дай нам меда». И он зачерпнул воды в ведре из этого озера, оно, то есть она стала медом. Вот так вода обернулась медом. Такое было чудо, поэтому озеро стало называться Мадумати Пушкарини. Вот, из той же деревни был, собственно, и Рамачандра Кавирадж. Так вот, он ученик Шриниваса Ачарьи, близкий друг Шрилы Наротамдас Такура. Недаром Наротамдас Такур, он упоминает его в своей песне. Рамачандра был очень красивым, умным, целеустремленным. Вот. Его дед по материнской линии, Дамодар Кавирадж, был известным поэтом. После смерти отца оба брата Рамачандра и Говинда переехали жить к деду. Вот. И Рамачандра был врачом. Вообще, кстати, Нарахарисаракар тоже, вот все жители, многие жители Шриканды были гуптами, были врачами. Вот как произошла трансцендентная встреча Рамачандра Кавираджа с его гурудевом Шринивасом Ачарьей. Когда в следующий раз будете ехать в Качакуру, обратите внимание, по дороге вполне вероятно вы остановитесь в месте под названием Джатипур. Так вот, это Джатипур — это место баджана Шринивасы Ачарьи, да? Вы знаете Прабху Трая? Наротам, Шринивас, Шьямананда, да? То есть вот шестеро Госвами, и после них, спустя где-то лет 100 примерно, жили Наротам, Шринивас, Шьямананда. Прабху, трое великих Прабху, Прабху Трая. Так вот, Шринивас, его место — это Джатипур. Там рядом железнодорожная линия сейчас. Там его прекрасный ашрам, его мурти, сейчас там реставрация идет. Вот. И как-то раз вместе с Наротамом Такуром Шринивас Ачарья сидел под этим деревом, огромным деревом, которое там стоит. Сейчас это дерево баньян. Есть такое дерево баньян. В Индии корни растут вверх, вот, а ветви свисают вниз. И шла большая свадебная процессия. А жениха несли на паланкине. В Индии, ой, очень большое дело свадьбы вообще. Гораздо больше, чем у нас. Вот если у кого-то рождается дочь, все, всю жизнь он зарабатывает отец на приданное. Это очень большая. Лакхи, лакхи рупи, лакхи, это сотни, сотни тысяч рупий. Тратится рупий, рубль, почти то же самое. Вот. В тот момент, когда процессия остановилась под деревом, где был ашрам Шринивас и Ачарьи Шринивас, и народ там сидели рядом, разговаривали с друг другом. И они увидели этого жениха, которого несли на паланкине, и послушайте, что Шринивас Ачарья сказал. Посмотри, какая большая свадебная процессия. Они потратили столько усилий на то, чтобы получше запутаться в майя, в иллюзии. Они накинули петлю майя себе на шею. Это особый способ завязать веревку. Когда человек вешается, петля затягивается все больше и больше, пока он не задохнется. Но тем не менее, люди устраивают такой большой праздник, чтобы затянуть эту петлю. Знаете как? Мы ничего общего не... то есть ничего общего не... Простите, ничего против, я хотел сказать. Ничего против не имеем женитьбы там. Все, в социальной жизни, понимаете как? Пусть это не шокирует вас. Вот. Но просто это утверждение с точки зрения высшей концепции. Понимаете как? Есть разные стандарты, да? И вот наши друзья новые... Мы тоже хотим, чтобы вы знали, вы соприкоснулись с очень возвышенными концепциями здесь, в этой линии. Очень возвышенными концепциями. Это не мирская религия. Это даже не обычная йога. Вот.
Это возвышеннейшая концепция о трансцендентном мире. И как сделать лучше, чтобы побыстрее туда попасть? Вот о чем здесь речь. Вот, когда человек вешается, понимаете, петля затягивается все больше и больше, пока он не задохнется. Но тем не менее, люди устраивают такой большой праздник, чтобы затянуть эту петлю потуже. И сами же этого не понимают. Только посмотри на это глупое зрелище. Они проводят эти церемонии, не понимая, что на самом деле благоприятно, а что нет. Рамачандра Кавирадж, жених, которого несли на паланкине, услышал эти слова. Услышал эти слова, они его поразили, как удар молнии, как раскаты грома он услышал. Рамачандра Кавирадж, вместо того, чтобы ехать на празднование свадьбы, сошел с паланкина, вернулся домой и пошел к Шринивасе Ачарье тут же. Он припал к нему к его лотосным стопам и сказал: «Прабу, дорогой господин, я миллионы жизней потратил на то, чтобы затягивать петлю на своей шее еще туже и туже. Но сейчас я услышал эти слова из ваших лотосных уст. Я хочу предаться вам, я хочу остаться у ваших лотосных стоп. Пожалуйста, не отвергайте меня». Так он припал к лотосным стопам Шринивасы Ачарьи и получил у него посвящение, святое имя. Хотя он был женат, вот, все же он был женат. Он не то чтобы расторг супружество. Нет, он со своей женой Ратаналой были очень отреченными, они не имели никаких привязанностей, они были полностью поглощены любовным служением Шри Чайтанья Махапрабху и не заводили детей. Знаете, наш Гурудев Шишимат Бхактивиданта Нарайан Госвами Махарадж, большинство его учеников, конечно, были женатыми, были семейными людьми, но для тех молодых преданных, которые заводили семьи, наш Гурудев говорил: «Вы знаете, — говорит, — даже мои серьезные ученики, они не заводят детей». Он так и сказал. Вы можете спросить: «Махарадж, а как же Варнашрама? А как же то?» Меня тоже нас спрашивают серьезно, задают вопрос: «Махарадж, а как же продолжать род?» Вот все эти вопросы тревожат. Но, конечно, это важно. Вот. Но опять-таки рассуждение здесь и в этом эпизоде в том числе идет с точки зрения высшей концепции. Существуют разные уровни, с которых можно смотреть на все это. Говорит, каждый смотрит со своей колокольни. Но мы речь ведем о высшей колокольне. Вот. Это самая высшая башня, возвышающаяся над Вриндаваном. Это храм Мадана Махан. Вот из этого, с этой горки видно очень-очень много других мест во Вриндаване. Вот, поэтому можно фигурально сказать, что это высшая концепция. Во Вриндаване Шрила Джива Госвами принял Шринивасу Ачарье своим шикшу учеником. И его ученика Шрила Джива Госвами назвал Кавирадж, потому что он был прекрасный поэт. Он написал книги «Смарана Дарпана», «Смарана Чаматкара», «Сидданта Чандрика», широко проповедовал, давал посвящение многим ученикам. Во Вриндаване, во Враджа-лиле, имя Рамачандра Кавираджа Каруна Манджари. Его главным учеником был Шри Хари Рама Ачарья. Вот Наратама Дас Такур и автор великих баджанов, да, мы сегодня пели его песни, и Рамачандра были неразлучными друзьями. Они жили вместе как лучшие друзья. Наратам Такур был очень привязан к Рамачандре Кавираджу. У Рамачандра Кавираджа был брат, мы уже упомянули, Говинда Дас Кавирадж, который написал песню «Паджагуремана». Так вот, сначала он не был Говинда Дас, его звали Кали Дас, он поклонялся Кали. Но Рамачандра упрекал его: «О, почему ты поклоняешься Кали? Поклоняйся Кришне, поклоняйся Говинде». Вот, но он не хотел. Однажды Говинда заболел очень тяжелой болезнью, и она, казалось, была неизлечима. Вот. И Рамачандра Кавирадж сказал брату: «Ага, видишь, вот ты поклоняешься Кали, богине Кали, и она не спасает тебя. Почему бы тебе не начать поклоняться Говинде?» И Рамачандра серьезно отнесся к словам брата Рамачандры, начал поклоняться Говинде, немедленно болезнь ушла. Поэтому он написал эту песню: «Баджагуремана Шринандананданан Авая Чаранаравиндаре
Дурлабаманава джанама сатсанге тароэйкоро синдуре. Да. Он написал: о ум, пожалуйста, поклоняйся лотосным стопам Нанда Нанданы, Кришны, сына Нанда Нанданы. Наша жизнь подобна капельке росы, которая держится на поверхности листа. Силой инерции, силой гравитации она держится на поверхности листа, но вот-вот она упадет вниз. Поэтому вот это наше положение в этом мире. Поэтому пока не поздно, пока капля еще держится на листе, нужно начать поклоняться Говинде. Вот так. Эта песня была написана, и вайшнавам она так понравилась, что они послали ее в Вриндаван, Шри Дживи Госвами. Вот, то есть, ну, Говинда был братом Рамачандры Кавираджа, Рамачандра Кавираджа был учеником Шринивасы Ачарьи, Шринивасы Ачарьи был учеником Шрилы Дживы Госвами, так они отправили Дживи Госвами это стихотворение во Вриндаван, он прочел и пришел в очень большой восторг, он сказал, это замечательная песня, и Говинда Дас Кавирадж должен писать еще. И Говинда Дас Кавирадж, благодаря благословению Шрилы Дживы Госвами, стал великим расика-поэтом. Великим расиком. Он писал такие песни, я слышал некоторые его песни, это потрясающие совершенно песни. Еще одна из них есть у нас в песеннике. Джая нанда нанда на гупиджана вала барада нагара наяка нагара шьяма шри сачи нанда на випина пурандра. Замечательная расика песня. Вот. Шринивас Ачарья ушел позже, чем его ученик. Рамачандра Кавирадж ушел в юном возрасте. Вот. И Наратам Дас Такур, когда он услышал об уходе своего дорогого друга Рамачандра Кавираджа, был погружен в океан скорби. А еще чуть позже он услышал известие об уходе Шринивасы Ачарьи, его дорогого друга, еще одного. Вот. И так и гуру, и ученик, да, вот дорогие друзья ушли. Поэтому он написал вот эту песню, которую мы сегодня пели. Джанило премадана каруна прачу. Вот. Это песня разлуки с вайшнавами. Сегодня день разлуки со Шрилой Рамачандрой Кавираджа. Мы вспоминаем его баджан, его прекрасную жизнь, его песни. Шри Рамачандра Кавираджа ки джай. Вот, хорошо. Ой, хотел вам рассказать еще что-то, но вот я вижу, что немножко время начало давить. Вот сейчас у нас 18:19. Поэтому, если есть какие-то вопросы, можете задать. Потом мы проведем наше последнее загадочное эзотерическое арати. Как говорят, оно будет при свечах. Вот, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Потому что вы услышали на любые темы. Пока вы думаете, я хотел сердечно поблагодарить преданных в Санкт-Петербурге. К сожалению, наших ведущих преданных сейчас нету. Я хотел их прославить, пользуясь тем, что их нету. Адванамали Прабу, Йогини Диди, Сатья Кришна Прабу, Индира Диди. Им огромное спасибо. Нашим дорогим на Навалатике Диди, Кундалате, премия Эканатху, дорогим Амала Говинде и Дамаянти, всем-всем остальным, кого-то я не назвал, простите, если кого-то, и Ишвари, да, конечно, а? Кунджа Калика, все остальные, замечательная группа здесь у вас, маленькая, но удаленькая, вот. А также, да, Бхактан Саши и Гопали, моя единственная духовная сестра, которая приходила на программы. Вот, я очень благодарен ей. Вот, несколько новых друзей мы встретили, Бхактини и Кати. Бхактини, вы теперь Бхактини. Вы повторяете святое имя, значит Бхактини. Вот. И все друзья, которые приходили, вчера Вячеслав пришел, очень хороший человек, что-то сегодня не смог. Большое спасибо преданным из Москвы, которые приехали. Деваки Пандита Маша. Вот, вас зовут? Оксана. Всем преданным, которые, друзьям, которые приходили, большое спасибо за ваше самоотверженное служение. Место, в котором мы жили, было прекрасным.
очень удобным. Там были утренние лекции. Вот, и... Что мы сказали? Повторите, что вы сказали? Вот. Мы еще не сказали, мы сейчас скажем кое-чего, чего мы не сказали. Большое спасибо нашим друзьям из искусства жизни, которые приняли нас. Что же еще? Мы желаем всем питерским преданным развиваться в бхакти и еще более целеустремленно, как единая группа, совершать садан-бхаджан и показывать пример другим. Мы ждем встреч с вами в Индии и также новых встреч здесь, в Петербурге. Хари Кришна. У меня большие сентименты к Питеру. Это город, где я начал сознание Кришны в 88-89, поэтому каждый раз очень-очень приятное впечатление. Хари Кришна. Если есть какие-то вопросы, сейчас, пожалуйста, не стесняйся, а то мы уедем. Вот, большое спасибо. Вопрос не по лекции. Не по лекции, ну ладно, коли по лекции нету. Есть два понятия, да, инкарнация и экспансия. Угу. Какого различия можете? Инкарнация и экспансия. Так, вопрос, конечно, интересный. Сейчас я, так сказать, мой механизм немножко думает. Инкарнация — это аватара. Экспансия может быть частичной. Аватары разграничиваются. Лила аватара, и гуна аватара, манвантара аватара, шакти авеш аватара, и юга аватара. Санатана Госвами. В Санатана Шикши Господь Чайтанья говорит. Вот. Но что касается экспансии, в принципе, указывает на часть. Экспансия на санскрите звучит как амша. Вот. Экспансия может быть полная, может быть частичная. Например, в разных личностях могут присутствовать экспансии других личностей. Допустим, Прохлад Махарадж и Господь Брахма одновременно присутствуют в Харидасе Такуре. В принципе, Харидас Такур — это Господь Брахма. Но Прохлад Махарадж присутствует в нем как экспансия тоже. Затем есть много примеров, когда частичная экспансия присутствует в каких-то личностях других. Это справедливо и для Вишну-таттвы, и для Джива-таттвы, если это вайшнав. Да? Например, Шьямананда Прабху, да? Он известен как Гаура-шакти, поэтому он золотистого цвета. Его подземном баджана-кутире во Вриндаване в Радха-Шьяма-Сундаре мандире можно видеть. С другой стороны, допустим, Расикананда Дев, его ученик, это воплощение Анирудхи, да, Анирудхи, поэтому он цвета Кришны. Вот, то есть разные случаи, в которых присутствует частичная экспансия. Вот. Я читала Кришна Верховной Личной Бога своего Прабхупады, где похитили камень, я забыла, какой-то... Шьямантака. Да, и Господь сражался с Джампаваном. Там описывается, что он медведь. Джампаван — обезьяна, большая обезьяна. Обезьяна. Он из армии Рамачандры был. Но дело в том, что он стал демоном из-за дурного общения, потому что он, по-моему, критиковал Лакшмана. Он Раму прославлял, а Лакшмана критиковал. В результате он пал и стал демоном из-за дурного общения. И в итоге он стал биться с Кришной, он очень-очень долго сражался с Кришной. Он не узнал, да? Да. И в конце концов он потерпел поражение спустя долгие-долгие дни битвы и выдал за него свою дочь Джамбавати, в конце концов, одну из восьми основных цариц в Двараке. Я не поняла, потому что я читала, что он царь медведей. Вообще обезьян. Ну, все обезьяны, медведи, там они сражались. Они сражались в армии Рамачандры. А его дочь обезьяна, получается? Знаете, Хануман тоже по форме обезьяна, ну и что?
То есть это ничего не значит. Просто я не поняла. Допустим, кто-то не... Кришна женился на обезьяне? Не, ну смотри, кто-то не гроид, кто-то не гроидной расы, да, допустим. А кто-то монголоидный. Ну, ну и что? Мы же великий преданный. Вот таким же образом Хануман. Вот поэтому не нужно так думать. Даже не нужно так говорить. Понятно? То есть мы принимаем. То, что Кришна делает множество невообразимых вещей. Но мы все принимаем. Мы все принимаем. Танец раса мы принимаем, Джамбавати мы тоже принимаем. Джамбавати, Деви, Ки и Джай. Хорошо. Ну, может быть, вопрос, где можно прочитать про Вселенную и про вот построение вот этого. Я публиковал, посмотрите на моем Фейсбуке ссылки на фильмы. По космологии. Что? По космологии. Что? Все нормально? Иди сюда, садись. Вот, да, по космологии. Вот там можно это увидеть. Вот была такая книжка, в общем-то, может быть, она не до конца авторитетная, исконовская, ведическая космология называлась. Она у меня есть, иногда заглядываю. Там, в принципе, по Бхагаватам все написано, вот все эти цифры, все там экспансии описаны и так далее. Ну, кто-то говорит не авторитетная, вот, но я иногда заглядываю, то есть, ну что, по Бхагаватам все же. Вот. То есть, ну, вот эти вот источники. В фильмах очень красиво показано. Допустим, «Орбиты», «Таинственные орбиты» этот фильм, потом еще фильм «Построение Вселенной», как выглядит Брахмалока, как выглядит гора Сумеру, «Орбита Солнца». Все это показано графически, очень здорово. На самом деле колеса, значит, у Солнца ось колесницы и одно колесо. И вот оно движется по кругу сферическому. И когда отходит дальше, это зима, когда подходит ближе, это лето. Ну, разные вещи, это ведические вещи мы должны знать. Это идет вразрез с современной наукой, конечно. Вот. Но в этих фильмах показано, что эта система соответствует древним космологическим системам дохристианской эпохи, христианской эпохи, вот, то есть до Коперника, до всех этих вот современных, которые, так сказать, с мракобесием боролись. Вот. В древних европейских космологиях очень много черт космологии ведической, много соответствий очень. Есть даже, ну, варианты этих карт, где, ну, просто точная копия, то есть система Вселенной, точная просто копия, ну, или отдаленно напоминающая, по крайней мере. Так что известно, как сказать, откуда все исходит, откуда ветер дует. Ну, вот так, так что вы там можете познакомиться с этим. Хари Кришна. Что же, мы начинаем тогда арати, и остальное будет неформальное общение. Мы приглашаем вас на наши трансляции с Украины в ходе нашего тура с 18 по 30 января. Хари Кришна. Гор Примананде.